Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Ну что, у нас три ежедневных задания новых. Вытяните дополнительную карту, нанесите 20 единиц урона героям Нептусью и разыграйте трех бесят. Так, ну что, я думаю, можно, в принципе, сыграть, наверное, за Нептусь. Вчера мы пытались что-то там изобразить, но как-то не особо у нас хорошо получалось, поэтому давай-ка попробуем сейчас. Как говорится, авось, да, прокатит, и все у нас получится. Я, правда, забыл, на чем у нас там Нептус сейчас сидит. И, слушай, Нептусь у нас сидит. Сидит она крепко, и это у нас эти, которые усиляют могилы. Насколько я помню. Ладно, посмотрим сейчас. Драться мы будем против зеленой тени. Ну давай начнем, наверное, потихонечку. Сейчас, если у него бусина есть, он наверняка звезданет этой бусиной. Так. А, вот так вот ты сбиваешь мне. Вот так вот, значит, ты сбиваешь. Фу ты, я не то сделал, друзья мои. А давай вот так вот сделаем. О, читеры пошли, друзья мои. Читеры чистой воды. Ты посмотри. Ладно, нам туда придется. Угу. Нам придется тогда его, друзья мои, уничтожать. Давай сделаем так. Сделаем вот так. И, наверное, вот так вот. Ну и кого он там притянет? И 5 единиц по средней линии, да? Хорошо. Так. Бамс, бамс, бамс. Так, минус один, да? Я тебя прекрасно понял. Поехали сюда. Сюда. Угу. Вот у него, значит, кто здесь. Немножечко не то, ну ладно, фиг с ним, ребят. Так, что у нас у Нептуси? Я надеюсь, выпадет этот кальмар-то, или как его там, осьминожка мне. Не то, ребятушки, ну не то выпало. И не того убрали мы с тобой. К сожалению. Ладно, этого говнюка как-то надо бомбить. Как только. Вот в чем вопрос-то. Давай попробуем так сделать. Опа! Но тут, друзья, шанс вообще ноль. Ноль у меня было. Так что... Сам понимаешь, да? Нанесите 20 единиц урона Нептусью не прокатило, но... Если бы у меня бы выпал бы осьминог... Осьминожка, заклинашка. То, возможно, совсем немножко по-другому бы у нас пошло дело. Видишь, у меня... Когда мне нужен был вот этот вот могильщик, вот вчера, ты вспомни, мы искали этого могильщика, и никак его найти не могли. Выпадали все, и сумаисты, и все. А сейчас никого, ребята, не было. Ни сумаистов, никакого спортсмена, только лишь вот эти вот эпитафии, как там, эпиграфы, не помню, как там величать. Ладно, давай попробуем сразиться с нашим бабахом. Давай, наверное, полная коробка мин у тебя там, я так понимаю, бомбочек этих. Да ладно, ничего нету. Что-то ты как-то заскромничал ты, пацан, заскромничал. Ладно, давай сделаем вот так вот. Будем сейчас
Банан. Друзья мои, прикинь. Зачем банан? Можете мне объяснить? Фруктовые эти, что ли, у тебя там? Фруктовые нотки проснулись или что у тебя там? Так, я сейчас, ребята, хочу сделать вирус. А есть у него колода на ягодах, то это будет плохо. Угу, груша, которую нельзя скушать. Ладно. Давай я сделаю вот так тогда. Еще один вирус достался нам. Так, давай ему два в лицо. А вот это вот неприятно. Но ты не забывай, что у нас сейчас выйдет кто? Тренер? Зря, конечно, сюда бомбу-горячку это поставил. Почему? Я тебе сейчас объясню. Смотри внимательно. Мы сделаем с тобой вот так вот. И... ну, это максимум, что он может сделать. Все. Так, ягода. Ну ладно, давай ягоду. Тогда нафига тебе вот эта вот фигня надо? Не знаю, ребят, на что он там рассчитывал. Мы просто сейчас с тобой сделаем. Хотя... ну да. Давай так сделаем. А там уже посмотрим. Звездочка. Так, ребят, вопрос в другом. Откуда у звездочки, извини меня? Так, ну что там, бомбу-горячку свою поставишь? Если мы сейчас выживаем, я сюда ставлю, ребята, зомби против ягоды вот этой вот. Или же мы можем сделать... или же мы можем сделать, убрать вот этого. Нет, ребят, какая-то ерунда получается. Давай, короче, я сделаю... заодно посмотрим, есть ли у него могилоед. Ну. И все, да? Я тебя понял, парень. Погнали. Так, ягодку эту уничтожаем. И что у нас там получается? И получается у нас следующее. Ставим так. И ставим вот так вот. Все, он сдался. Он даже не стал, ребят, сопротивляться. Ну что у него там, 3 хп? Звездочка ему это не помогла. Ё-моё, фига мы тут с тобой сделали. А сразу два задания. Значит, нам нужно 30 самоцветов. Вы разыграйте 3 бесят. Слушай, разыграть 3 бесят, это у нас получится только, наверное, за бесенка играя. Наверное, так. Посмотрим сейчас. Трех бесят разыграть. Колода номер 4. 13 новых карт у нас. Не знаю, получится ли у нас сегодня набить 30 самоцветов. Мне бы, если честно, хотелось бы. Вот. Но что-то, как ты видишь, поиск соперника у нас затянулся. Очень серьезно затянулся так.
Что такое-то? Эй! Нашли, нашли, нашли мы кого-то. И это у нас, блин, вспышка на солнце. Довольно универсальная такая вспышечка. Ну что, наверное, сделаем... Ладно, давай так. А вот, ребят, как раз и беседки у нас тут подоспели. Так, давай на воду и на это, пожалуйста. Отлично. Так, так. Давай сделаем, наверное, вот таким вот образом. Я надеюсь, он минус один-один на земле не будет делать, применять. Так, ну двух бесед разыграли. Вот уже третий бесенок здесь у нас на подходе. Так. Берет себе дополнительную энергию. Погнали. Тут уже посмотрим, что он будет выставлять. Ягодка, ребята, у него ягодка. Так, давай, сейчас лицо получится все равно. Так, переходим сюда и бомбим. Еще разок, да? Следующий, кто у нас будет сейчас, это... Интересно, у него могилоед есть? Нету? Давай так вот сделаем. Ну ладно, хорошо. Так, наверное, вот здесь вот откинем. Поехали. Так, только не говори, что у тебя там молекула сейчас будет. Пам-пам-парам-пам-пам. Так, что нам здесь можно сделать? Бесенка этого, конечно, не хотелось бы терять. Давай, наверное, сделаю... Или нам поставить... Блин, не получается. Давай так вот. Я так и думал, что молекулярка будет. Угу. Так, замораживаем, ребята, обязательно вот этого шитика. И я надеюсь, что бесенок все-таки пробьет ему 3 в лицо. Если же не пробьет, то это будет, ребят, просто беда. Понимаешь, почему, да? Есть. Есть контакт. Хе-хей, получилось все. Как нельзя лучше. Так, ну мы, по-моему, 2 бесят всего лишь разыграли, а нам нужно было 3. Нет 3. Ребят, нам нужно где-то еще 900... Ой, 980. Еще где-то 20 самоцветов. Ну, помнишь, мы должны были с тобой сыграть... А, выиграть 3 игры за ржавого разряда. По-моему, даже не 3, уже осталось, по-моему, 2. Блин, ну почему орех-то? Нафиг орех-то нужен мне, а? 100% на хилах будет. Давай, наверное... Давай так попробуем оставить. Блин, усиление, конечно, как бы не в тему. Орех, ну, 100% на хилах будет. Так, Сумейс, давай заодно проверим, есть ли у него могилоеды. Так, иди сюда.
паршивец ты несчастный. Будем тебя тут наказывать. Ну, понятно, что он там будет сейчас прокачиваться, все это. Давайте сюда поставим. Давим, давим, ребята. Давим этого хламона. Чтоб духу его здесь не было. Значит, все-таки на хилак, да? Ханурик, ты несчастный. О, даже как. Так, что нам с этим говнюком сделать? Сейчас он будет этих мелких своих выставлять, я так понимаю, да? А он не успеет. Он тупо не успеет. Ха, орех. Погнали. Ну да, получим немножечко звездюлей. Чё ж поделать-то. Так, у нас есть вирус. У нас, в принципе, дофига чего есть. Так, истребляем. У нас сейчас сработает же блок, так ведь? А, он сдался. Сосунок ты! Ребят, это, по-моему, вторая победа, которая нужна была, насколько я помню. Сейчас проверим. Да. И... Подожди, а нафиг нам эта победа-то? Ё-моё, ребят, я не то сделал. Мы там просто с тобой выигрываем пак. А мне-то нужен не пак. Мне-то нужны самоцветы. Мне-то нужны самоцветы. Вот здесь вот надо будет... Автор эпитафий должен повысить силу трем зомби. То есть одного зомби нам нужно еще прокачать. И все, что ли? А, повысить силу скорострела до 6 единиц. Силу скорострела. Так, ребят, силу скорострела... ну, давай я возьму, посмотрим, что значит силу скорострела. Если мы возьмем, например, вот так вот. Огонек, да? Выбрать. Да подожди ты, изменить. Скорострел. Это вот этот же у нас скорострел. Нет, это горохострел. А... Подожди. Там повысьте силу скорострелу до 6. Это опять же горохострел. Блин, подожди, скорострел, он... Глава семьи, да иди ты в баню. Вот этот что ли? Да нет, мне кажется, это не то. Или вот этот ниже, который. За 3. Ну что так долго там прогружаешь-то, ё-моё? Что ты там думаешь-то 3 часа, я не пойму. Наверное, вот это вот скорострел, друзья. Блин, до 6 ему повысить. Вот он. Вот он, ребята, скорострел. Вместо кого его взять-то тут? Давай вместо банана, может быть. Вместо банана и вместо... Ну, вот так вот. Повысить силу скорострела до 6. По идее, ничего сложного нету, но... Есть один маленький нюанс, ребята. Так как скорострел сам по себе слабенький, 2,2, его очень можно быстро уничтожить, если его, конечно, не подпитывать какими-то усиляшками. Это будет, конечно, сложно. Ладно, посмотрим сейчас, к чему у нас тут все это приведет. А если я по... Ага, телепорт. Ну, телепорт-то мы перекроем ведь, так, друзья мои? Чему он там радуется, я не понимаю.
Чему он там радуется, я не понимаю. Но это меня как-то мало интересует, если честно. Этого я шлепну. Ну, тут будет похуже немножко. Ладно, погнали. Так. И вот так вот. Пум-пум-пум-пум. Как мне вот этого ханорика теперь вальнуть? Угу. Давай сделаю так. Так и вот так вот. Там уже посмотрим, кто у него там. Угу. Ну давай заклинание тогда трать. Я поменяю. Наверное, друзья, должен поменять. Ягода. Эй, смотри, что творит. Опа! И прям, блин, ребята, в блок. Плохо дело. Четыре, шесть, двенадцать. Ой, десять. Десять. Ну и как мне его наказать? Ребята, один шанс только. А, плюс один, один. А хотя-то... Давай, короче, сделаем так. И вот так. Ну и все. Что хотел, то и получил, друзья мои. Только силу горохострела мы с тобой так и не увеличили до 6 единиц. И вряд ли мы увеличим, конечно. Комочек, комочек. Давай так оставим пока. Ягода. На тебе, дурила. Черничка. Черничка. Блин. Ну где тут раньше-то было, а? Да ладно, давай так сделаем, фиг с ним. Ну, вылез у тебя пират. У него же наверняка кровожадность будет, да, ребятушки? Ведь будет же кровожадность у него. А мне что-то подсказывает, что будет. Поэтому сделаем вот так вот. Молекулярочка. А, вот он что делает, ребят. Все-таки он на пиратах, да? Так, сейчас в блок.
Да ну почему в блок-то не сработал, блин? Давай-ка я вот так сделаю. Я ничем удивлен, ребята. Пускай он там что хочет. Главное, чтобы вот эти гаденыши завалить, а остальное нам не важно. Плюс блокировка. Можно даже, в принципе, ушатать их всех. Я сделаю, наверное, вот так вот. Нафиг я так сделал, все равно же погибнет. Вопрос, а почему этот не заморозился, Гаврик? Ребят, арбуз же бомбанул, он должен был заморозиться, по логике вещей. Так, дурдом, еще один дурдом. Что можно сделать? Можно сделать следующее. Так, сделаем так. Сделаем так. И сделаем вот так вот. Перемещаешь зомби? Ну, хорошо. Так, у меня, конечно, хп не очень много. Ладно, фиг с ним. Попробуем, блядь, разобраться. Так, если я этого поставлю, могу сразу бомбануть, ведь так? Ну, в принципе, да. Или все-таки уничтожить этого охламона? Так, ага, вон у него кто. Надгробие ставит, хорошо. Так, микс фруктовый. Сделаем так. И... ну, давай так сделаем, фиг с ним. Ой, хорошо-то как. А этот не поменялся, ребят. Да, делай заморозку. Хорошо. Так, мне главное, чтобы вот эти ребята у меня выжили. Перемещает. Ладно, пускай будет так. В надгробии прячешь? Хорошо. Так, что мне надо сделать? Ну, наверное... Ну, поехали. Пять-пять, да? Он же своим тоже, по-моему, наносит урон, насколько я помню. Давай смотреть. Так, с этим разберем. Вот этот вот сейчас гаденыш, конечно, может меня бомбануть. Вот это будет плохо. Кого он бомбанет? Так, сюда. Блок? Отлично. Да, давай, наверное, этого гаврика и уничтожим. Ну, что он сюда поставит? Я не знаю. Мы можем, конечно, ландшафт ему заменить. И не получится, друзья мои, ничего уже.
к сожалению. Где этот вонючий скорострел, блин? О, все, ребят, тут хана, я даже не буду играть. Блин, пипец, два скорострела у меня. Как вот вчера, мы с тобой пытались, и нифига у нас не получалось. Мне это выполнить надо задание со скорострелом. Мне, блин, увеличить силу скорострела до 6 единиц, блин. Выпал бы мне еще этот скорострел, твою налево, блин. Где он, блин, скажи мне, на милость, блин, скорострел этот, блин. Его нету. Эпитафор, да иди в баню, блин. Что мне с ним делать? Бомбить его, наверное, миксом, я так понимаю, фруктовым, да? И отсюда. Раздражает просто. У него кровожадность есть. И что он делает? Что, он сюда могилу поставит? Поставит, ребята. Давай сделаю так. И вот так. Ладно, этого ханыгу сейчас уничтожим. Я оставлю этого сюда и через... Хотя... Ну да. Давай, 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 что-нибудь примени, примени. Вот так вот, да? Только бы не кровожадность, друзья. Прячешь в надгробие? Так, ребят, спрятал он его в надгробие, короче. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Давай сделаем так. Наверное, и вот так вот. Да ты серьезно, блин, вшивый, а? Ты достал, блин. Со своей кровожадностью. Нахрен мне вот эти ландшафты сейчас нужны ваши дебильные, блин. Не, ну серьезно, ребят, блин. Заморозка растений. Ну и что, блин? Ну чё-то хоть путёво выпало, блин. Все, это кранты, ребят. Это кранты.
опять в лицо прилетит сейчас. Слушай, меня уже выбешивает этот капитан Огонек. Я не могу разыграть. Я его взял в колоду, он мне здесь вообще мешается. Вот серьезно тебе говорю, вот этот вот дебильный, блин, скорострел, он мешается. Из-за него, блин, у меня не получается нормальной комбинации. Ну посмотри. А он вот где, две штуки их стоит, блин. Пипец. Ну как вот, как я должен тут его, извини меня. Еще что-то убирать, что ли, получается? Давай еще уберем, блин. Ради этого скорострела, блин. Еще что-то убрать? Ну, что тут еще можно убрать нам? Даже не знаю, ребят. Ну, пока вот так оставим. Три, ребята, три. Три штуки уже этих скорострелов, блин. А мне все это выпадает. Придурок, блин. Бесенок. У меня опять ничего нету. Так, кого он там будет усиливать? Так, ну что, с этим придется нам тогда... Так, он на пирата, наверное, в прочерк... Прочерк собирается, на, скорее всего, сделать. Мне кажется, так. А 2 плюс 2, да? Ну давай сюда поставим, фиг его знает, кто там у него, ребят. Ну я так и понял, пират с прочерком. Так, давай блок. Че, еще разочек бомбанем? Угу. Здесь прочерк, здесь, блин, совсем не в кайф, ребят. Если этого перемещать... Им же хана обоим, да? А, нет. Нет. Ладно, посмотрим. А, рикошет. Этого, наверное, уберет, да? Так, ну что, этого запинаем, конечно, ребят. Опять же шансы, ребятушки, шансы. Да ты достал со своими этими, а. Блин, ну нету. Хрен его знает, ребят. Не, я не знаю, как тут еще. Как тут еще можно делать? Все, мне хана. Не выпадает мне этот хрен вонючий, и все тут, хоть ты тресни. Я уже и так, и сяк, и... Не выпадает. Если я еще одного возьму, но это уже надо будет, ребята, полностью переделывать колоду под этого. Под горохострелы.
полностью. Я, блин, его жду. Когда этот говнюк выпадет. Хотя бы даже... Вот! Неужели, блин, он выпал, ребята? Вот нахрена мне два огурца? Дали бы мне какое-нибудь усиление хоть. Ёпарасет, ну серьезно. Ну что, давай себе осьминога на воду ставь. И видишь, я боюсь, что я его поставлю сейчас. И у меня получится... А что у меня получится? Ничего не получится у меня. Блин, у него наверняка есть осьминог. Или осьминог, или перемещение. Что-то должно быть. Ландшафт этот как-то поменять. Вот кто там у него может быть? Ну давай сделаем так, фиг с ним. Посмотрим. Так, значит, надо было все-таки ландшафт, да, ребят, менять. Ну, мелкие засыхи всякие, ладно. Так, ну что, он сам себе, ребята, грубо говоря, тут все забил, как мы видим. Достал, а. Так, ну что, ребят, силу, наверное, сейчас будем прокачивать. Если нам выпадет эта сила еще. Неизвестно. Так, что дальше? Как мне это вот гаденыша прокачать? Как этого гаденыша мне прокачать? Так, этого уберем. Сюда не могу я его переместить, к сожалению, ребята. Давай, наверное, сделаем вот так вот. И... Сюда его уберем. Так, банан, да? Посмотрим. Прочерк. Ха, ну ему только вот сюда есть убирать ее. 8 и 8. О, парень, 16 в лицо. Но у него, правда, сработает защита, наверное. А, вот он что делает. Только не осьминога. Безумие. Давай в блок. Так, в блок удар есть.
Так, вот сделаем. Так, лишь бы не могилу сюда, ребята, влепил. Как он меня достал, а, если честно, друзья. Четыре-четыре-восемь. Мне не хватает буквально чутка. Да пипец, блин. Все, приплыли. Короче, понятно, тут еще и вирус. Который раз подряд-то, пятый или шестой, проигрываем. У нас есть какое-нибудь другое задание? Я за этого капитана Огонька сейчас сольюсь полностью. Повысьте силу до 6, блин. Да у нас нету больше ничего. А, вот. Эфитапи эти. Ну, эфитапи. Эфитапи мы вчера тоже пыхтели тут. Причем, заметь, когда я играю против кота, они успевают повысить силу. А я эпитафия сыграть вообще не успеваю. Его просто разносят в хлам. Где тут справедливость, блин? Я не знаю, ребята. Какая-то подстава идет. Сейчас, смотри, я сейчас не удивлюсь, если меня этот капитан Огонек разнесет. Да иди ты в пень, блин, с такими картами-то. Ну давай смотреть. Бонусные атаки хотел сделать, да? Ага, бонусные атаки, да, значит? Флакончик мне этот пригодится. Ну-ка, давай поставим. Прокачиваешь, да? Так, ну что, ребята, этого мы накажем, я думаю. Двойной удар тебе не поможет здесь, парень. Так, ну мы повысили, да, силу? Силу мы повысили. Пятерочка выручает. Давай-ка мы ее сюда сделаем. Команду, ребят, сюда ставит. Погнали. Так, блин, у меня ландшафта-то нету, ребята. Заменить ему. А, есть. Теперь есть. Теперь есть. Опа. Аж два целых. Ну, гаденыш. Так, только не говори, что сейчас заклинание тебе выпадет какое-нибудь мощное. Ну что, ребята, придется их бомбить.
бомбить. Ага. И вот так вот. Поехали. Идиоты, блин. Друзья мои. У нас остается только лишь вирус. Ну вот ты-то будешь бомбить? Да ты достал, а? Просто заколебал. Так, 3 хп, ребят, у него остается. И сделаем вот так. Блин. Огурец, ребятушки, вылез. Еще один огурец вылез. Поехали. Этот, я думаю, добьет. А, вот этот. Сейчас опять в лицо ему как прилетит. Ну, бонусную атаку, да. Бонусную атаку ты можешь сделать. Подавись. Все, друзья мои. Еще 10 самоцветов мы сейчас должны получить. По идее, да? Да. Ребята, 10 чертовых самоцветов. О, разруха с запашком. Так, вонючий зомби должен уничтожить 3 растения. Вонючий зомби — это что за зомби? Это не который или прячется в объедках? Вот это не он? Вонючий зомби. Значит, нам нужно их 3 штуки, да? 3 штуки. Так, этих можно тогда убирать отсюда, в принципе. Вонючий зомби. Так, где он? Так, вонючий зомби. Чё-то я не понял. Вонючий зомби, он 3 энергии стоит. А у меня их 2, что ли, всего? Я, знаете, что думаю? Может быть, вот этот вот ландшафт убрать, а поставить... Вот этот вот. Вонючий зомби должен уничтожить 3 растения. Правильно? Правильно. Поехали. Попробуем. И мы с тобой получим еще 10 самоцветов и откроем наконец-то наши долгожданные паки. А когда, ребят, сезон закончится, я, если честно, пока не знаю. Не написано было, чтобы там... По времени, сколько нам еще ждать? Неделю, две, три недели. Но капитан Огонек меня что-то прям выбесил, ребята. Прям вот серьезно выбесил своей вот этой вот несостоятельностью, что он не может мне выдать то, что мне надо, блин. Да ядрен ты, Матрен. Не буду я пока здесь что делать. Надо определиться, ребята. Ага. Ага. Зубастизила, короче, друзья мои, разгоняется. Ну, хочет разогнаться, одним словом.
Что там? Угу. Так, могилоедов нет, насколько я помню, да, у нас в этой пакости. Три растения нам нужно уничтожить, не забывай об этом. Ага. Давай сделаем так. И вот так. Ландшафт, конечно, он может поменять, тут базара нет. Куда, сюда бомбанешь, что ли? Ну что, будет он тратить свою способность? У него есть способность... так, слушай, ну... Второе растение мы уничтожим. А нам нужно три. О, как хорошо, ребятушки. Как хорошо. Если, например, сделаю вот так вот. На чем он только играет? На хилах или... Ну, если он выставляет горхострелов, то можно предположить, что он на горхострелах будет играть. Все-таки потратил, ребят, способность. Все-таки клюнул, все-таки потратил ее. Потратил, ребята. Дело его, конечно. Так, этот шарик мы уничтожаем, понятное дело. Ой, шарик, говорю. Эту, чомпера этого. А зачем, в принципе, его трогать-то? Поехали, не будем мы его тут, ребята, трогать, он нам пока не мешает. Как бы. Пускай себе стоит здесь. Вот так вот сделаем. Но у него могут быть бомбы. Такая, значит, спортивная команда. Один круче другого стоит тут. Блин, вонючий зомби всего лишь двух уничтожил, а нам нужно трех. Опа, опа, опа-на. Так, ну заклинание поставить он не сможет, ребят. О, тыковка. Фу. Это великолепно, спасибо за карту, отличная карта. Поехали. В разнос. Вот здесь, конечно, не особо хорошо получается у нас. Ну, мы знаем, что могилоедов у него нету, поэтому спокойненько и смело ставим вот эту вот штучку. Может, конечно, захиливаться сейчас сколько хочет. Я вот думаю, стоит ли мне вот этого гаденыша уничтожать шаром, или все-таки не стоит? Он, наверное, думает, что у меня там вонючий зомби спрятан. Вряд ли. По энергии можно определить, ребята, сколько я потратил. Бонусная атака. Окей. Тогда, чтобы не париться, валим этого. 6,6, 12, да, остается у него 3 хп. Сметаем его к чертовой бабушке отсюда. И, как я тебе говорил, 3 хп.
Угу. Так, ну если что, вирус я успею, ребята, заделать. Ну, сделать. Завирусить его. Все зависит от того, куда он сейчас поставит этого хламона. Этого-то уничтожит. Этот с алоэ перейдет сюда, да? Это будет, у него 4-7, это будет у него 3-7. 3-7. Это сейчас сюда перелетит. Три семь, блин, ладно. Вот так вот, все. Ну, получается, что все, друзья мои. Делаем вирус. Ну и, в принципе, ему крышка. Здесь он выживет. А, даже блок не сработал. Блин, нам не хватает одного удара, чтобы этот вонючий зомби уничтожил нам одно растение. Друзья, пытаемся. Ох, ё-моё, кингбу. Против меня кингбу какой-то. Ну, я не знаю, давай попробуем так. Ага. Это говорит об одном, ребята, что... Что у него на хилах, скорее всего. Он не спешит. От слова совсем. И кто? Он промахнулся, ребят. Было у меня такое тоже, когда ставишь, хотел сюда поставить, а он... А он не то, 50-й ранг. Блин, ну это не то. Это все равно не то, ребят. Нам нужно, чтобы у нас вонючий зомби уничтожил растение. Вонючий. А у меня получается какая-то спортивная колода. Да дайте мне, в конце концов, вонючего зомби, блин. Я не знаю, ребят, ну не везет опять. Это как с этим, с капитаном Огоньком, блин. Ну не хочет он мне давать его. Ну вот что сейчас мне делать? Ну давай так поставим. Давай так вот сделаем. Надо средиц урона. Бам. Минус 2, минус 2. Слушай, а нормально, ребята, он потратил так. Шикарненько, я тебе скажу. Мне понравилось. Две заклинашки минус у него. Так, ладно. Давай сделаем так. Одного уберем. Одного уберем. Это, наверное, будет вот этот хмырь. Сюда его рядышком поставим. Так, ну что, еду. Это там... Если он будет его прокачивать... Я сомневаюсь, что у него что-то получится, ребят. Эх-хе-хе-хе-хе. А дальше-то как? Где вонючий зомби, который мне нужен, а? Ух ты. Ох ты! Я теперь буду знать, кто у тебя там паршивец ты такой.
давай так сделаем. Оу! Оу! Так, ну против кукурузы я пока сделать ничего не могу, ребят. Если только выкинуть ее. Если только выкинуть ее. Это нас не пугает. Все? Все? Не, только не говори, что сейчас... Ну, блок, да, почти, ребят, почти в блок. Ну, мне кажется, у него еще есть кукуруза. Что-то такое вот... Молекулярка. Упс. Так, ребят, ну здесь надо что делать? Во-первых, делаем вот так вот. Это первое. Второе делаем вот так. Погнали. Понятно, сейчас солнечный удар. Наверное, сюда влепит, как обычно. Посмотрим. Пока ничего не будем делать. Ну все, вот ему и, ребята, и крышка. Кукуруза твоя здесь не прокатит. Нет. Иди отсюда. Такс, что нам тут лучше сделать-то? Давануть этого, да? Да, даванем, наверное, его. Ну, я тебе еще раз повторяю, ребят. Сейчас будет в лицо. 2 единицы урона. Угу. А ты заколебал ты со своим этим дурачком, блин. Ребята, шансы очень маленькие на то, что мы выкинем вот этого хламона. Пипец. Мы не выкинули этого хламона, блин. К сожалению. И это плохо. Этот шалфей достал уже, а? Так, только не говори, что у тебя там что-нибудь молекулярка есть. Или молекулярка у него, либо клан ананас. Тут одно из двух, друзья. Неужели клан ананас? Или молекуляр все-таки? Клан ананас, друзья мои, клан ананас. Ну кто бы мог, блин, подумать, а? Черт бы его побрал. Да, у нас получится фигня, ребят. А там и молекулярка наверняка будет. Теперь смотри, как мне вот эти вот 3 зоны... заблокировать. О! Ребят, задание главное выполнили. Выполним. Да.
А ему типа ставить нечего было, что ли? Полный бред. Ну. Эй, ребят. Да ты достал-то со своим грибом, а, уже. Грибник, блин. Опять у него, либо... Ну да, клананасы. Тут, ребят, только клананасы. Больше нифига. Давай. Ну ты понимаешь, да, что мне все равно здесь ничего не светит? Если бы эти вирусы бы чуть-чуть бы пораньше бы у меня появились бы, может быть, что-то и получилось бы. Но сейчас, конечно же, нет. Но это уже не суть. Для меня суть то, что мы, ребят, с вами задание это выполнили. Самое главное, паки. Это все делалось ради чего? Ради паков. Так что давай-ка мы смотреть. Все, друзья мои. Отличненько. Поехали. Наборы. И... Какой мы брали-то? Какой мы предпочитаем набор? Вот этот, по-моему. Ну-ка, здесь. Тут самого по себе выбора мало, ребят, растений. А этот... ну, такой, такой себе. Не хороший, не плох. Не хорош и не плох. Давай, наверное, его и возьмем. Ну что, ребят, была не была. Поехали. Ну, понятно, что это идет стандарт. 9 карт. У меня вот этих 9 карт, тут 6. Фига они мне дали, блин, 4 полутыквы. Нафига так много-то? Так, мегаредки, отлично. Что там у нас идет? Орех. Угу. Что-то, мне кажется, фиг мне легенду дадут. Слишком много мегаредких, ребят. Так и есть. Слишком много мегаредких дали. Ну, что я могу сказать? Ну, что есть, блядь, то есть. Что заслужили, то и заслужили. Так, а теперь давай зайдем в коллекцию и уничтожим наши дубликаты. Утилизировать дополнительно 61 карту, я получаю 1500 энергии, ребят. 1500 энергии, итого у меня будет где-то около, по-моему, 5000, если я не ошибаюсь, энергии. Около 5, ну, считай, 4920. Да, ребят, без 80 энергии 5000. И вот, вот согласись, вот жалко, жалко просто, ребята, тратить 4000 энергии на какого-то морковного динозавра. Я знаю, что он хорош, но так жалко. 4000, потому что это, видите, легендарная карта. Вот этот лев, одуванчик, хорош, ребят, сразу на 50% минус хпшку режет только в путь. Ну, а так больше, в принципе, ничего нету. Ну что, дорогие друзья, на сегодня я буду закругляться. Вам большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.